Вы когда упомянули эпитет закарпатский, я сразу вспомнил о том, что ваш родитель называл вас человеком львовской национальности. Ну, имея в виду, вот, что вы из Львова, и вот выросли там, и вот усвоили все, что культуру вот эту Западной Украины. Львов вообще не Западная Украина, это абсолютно отдельная как бы цивилизация. Вы считаете, вы когда-нибудь сможете поехать во Львов, когда-нибудь ситуация между нашими странами нормализуется, и Башмет сможет выступать во Львове? Вы знаете, я откровенно вам скажу, что вот я просыпаюсь, неважно, что было вчера, и когда я лег спать, и что произошло. Я просыпаюсь, и вместе с этим моим просыпанием возобновляются какие-то ценные для меня, очень ценные по жизни, каждый день. Я вспоминаю о своем учителе, я вспоминаю не потому, что я хочу это делать, угу. Да, а это происходит вместе с первой чашкой кофе, сигаретой. Я вспоминаю маму, папу, дедушку, брата, учителя, Ростроповича, Рихтера, Спивакова, Третьякова, Наташу Гутман. Вот почему-то у меня это каждый день заново все, как бы это мои ценности самые главные. Вот они просыпаются вместе со мной, потому что я жив. И я также часто думаю, почти каждый день, о том, когда я вернусь во Львов. Угу. То, о чем вы меня сейчас спросили. Конечно, вернусь. Вам ведь запрещен, по-моему, въезд, да, на Украину? Официально мне никто об этом не сообщал, но через Facebook и всякие другие технические возможности, через моих детей, которые в этом... Я вообще не пользуюсь, не нахожусь в соцсетях. Ага. Вот, но там предупреждали, просто очень серьезно, что вообще убьют. Но, например... Знаменитый был несколько лет назад, после Крыма, крымской истории, а в Европе все заговорили о том, что меня исключили из состава почетных профессоров Львовской музыкальной академии. Вы об этом не знали, что вы находитесь. И я благодаря этому узнал, что я им был. На самом деле, мне никто ничего не вручал и не сообщал. Но когда они меня исключили, я узнал, что я им был. На самом деле, там у меня никакой обиды нет, я их очень хорошо понимаю. Но тех людей, которые меня учили, нет, там их нет. Там даже нет моих одноклассников. Но я уверен, что я туда приеду. Это удивительный город. Это не Австрия, не Польша, не Венгрия. Да, это Львов. И не Зальцбург, это абсолютно отдельная... потрясающий оазис культуры. И